Данный ролик сделан с целью развлечения и не имеет цели кого-либо оскорбить или задеть чувства верующих. Целая куча наград за еще не вышедшую игру? Ну что ж, взглянем на нее немного с другой стороны. CD Projekt Red представляет. Приказом главного повара Нильфгаарда за хорошую готовку, качественную еду и бесплатные обеды для бедных, ты приговариваешься к смерти через введение двух лучших беляшей внутривенно. Надо срочно вешать ее на дерево и сваливать. Помните, сколько мы в прошлый раз отмывались? Не вмешивайся. Бери специи и поехали. Помогите! Тухлыми беляшами с котятами кормят. Так и знал, что не побрезгуешь имперскими специями. Вот твое мясо для беляшей. Еще вопросы? А вы не думали обычных людей и преступников кормить разной едой? Беляш есть беляш. Большой, средний, по-восточному. Все едино. Вот шлюха! Кусок мне в горло умудрилась засунуть. Тащи ее сюда! Давай, жуй! Нравится, сука? Тащи молот, выбьем ей зубы! Беляш трудно измерить. Его начинка всегда с подвохом. Если нужно будет выбирать между одним беляшом и другим, я не буду выбирать вовсе. Только сделай это по-тихому. Тоже захотел? А вот так я отбиваю мясо. Бей его! Ты что делаешь? Делаю беляши. Беляшник 3. Теперь и из дикой охоты. Я не беляш, я в домике. Привет, ковбой, с вами Войс Ребус, и это был небольшой экспериментальный фановый ролик по переозвучке кинематографичного трейлера по Ведьмаку. Это мой первый подобный опыт, и я буду счастлив, если вы искренне поддержите меня лайками, если вам понравился ролик, и хотите видеть что-то подобное по другим трейлерам Ведьмака и другим играм в целом, или дизлайком, если считаете, что это не мое, и лучше даже не продолжать. А также более развернутое мнение в комментариях под видео. Отдельное спасибо всем, кто поделился этим видео с друзьями в социальных сетях. А на этом все, остальные ролики по расписанию, увидимся в них, и на этом пока. Всем пока-пока.